Канадская роза Дэвид Томпсон. Сорт повторно цветущий, очень обильный, хорошо зимует. Посажена в 2003 году. Этот сорт розы можно пониже прижимать к земле и не укрывать. Роза посажена по ходу движения северных ветров, и на ней никогда нет снега, поэтому в этом месте я ее укрываю, так же, как и все свои розы, укрывным материалом 62 слоя и целлофановой пленкой. Отлично зимует до самого кончика и всегда стабильно и очень обильно цветет. Побеги вытягиваю в длину вдоль дорожки, пришпиливаю, и сейчас роза занимает более 5 метров.